Хакасия приходит в себя после капризов погоды. В республике выпал град размером с куриное яйцо. Под ударом оказался популярный ширинский курорт на улице на озере Беле. Пока известно о 5 пострадавших, у них различные травмы, но госпитализации не понадобилось. А вот машинам туристов не повезло куда больше. Некоторые авто огромные градины буквально превратили в решето. От стихии пострадали также дома и школы в нескольких поселках вокруг озера. Некоторые домовладения остались без света. Спасатели приготовили к развертыванию мобильный пункт временного размещения на 500 человек.